Ой, какая тяжелая. Будем взвешивать. 20 килограммов посылка. Привет, друзья! Сегодня я покажу вам таких кукол, которых вы еще никогда не видели. Самые редкие, самые необычные и самые долгожданные. И начну с того, что посылку я заказывала у коллекционера Ирины. Хобби детства переросло в огромный склад игрушек. В группе ВКонтакте Ирины представлена только малая доля ее сокровищ. И самое приятное для нас, что часть этой коллекции распродается. Ведь не каждый сможет оторвать от сердца любимую игрушку. Обязательно загляните в эту сокровищницу кукол. Ссылки я оставлю в описании. В товарах группы вы найдете подходящий раздел. Скажу, что мой самый любимый – это портретные куклы и редкие закрытые бренды. И пришло время узнать, какие куклы из коллекции Ирины меня больше всего зацепили. А в середине видео вас ждет неожиданный сюрприз. Я буду стараться вытаскивать по одной кукле, чтобы была интрига. Что же тут интересненького? Фу-фу-фу-фу. Вы только посмотрите, какой раритетный набор. Шарниры этих кукол могут посоревноваться с шарнирами даже современной йоги. Знакомьтесь, это Майкл и Мелинда. И они уже как 45 лет сидят в этой коробке и изображают самую сладкую влюбленную парочку. И только в этом видео специально для вас я распакую их. Конечно, за столько лет одежда выгорела, потускнела, да и коробка заметно рассохлась. 1970-е годы – это идиллия хиппи. И Маттел предложил новую серию, абсолютно не имеющую отношения к Барби, в виде пары идеальных хиппи-романтиков. Young Sweethearts – молодые сладкие сердца. Встречаются в парке под деревом и влюбляются. На обороте коробки показана сцена любви, чтение стихов, плетение венков. Они созданы друг для друга. Обувь в заводской упаковке. Барби 70-х годов – это деревянные тела с несгибающимися ногами. И вы представьте, какое достижение Маттел было выпустить этих суперподвижных кукол. 16 точек артикуляции, тип крепления головы, как у старых Кенов. Руки сгибаются в запястьях, ноги в лодыжках, талия с шариковым шарниром. Даже их шея, кроме шарнирной сцепки, имеет дополнительный механизм качания в стороны. Чудеса! Кстати, длинные прошитые волосы у парня – это большая редкость того времени. В общем, они хороши во всем. Следующая коробка. Познакомьтесь. Очень интересная куколка. О май гад, вот это колени, срочно ее смотреть. Китайская йога, зовут ее Мэнгфи. Есть два вида этих кукол, с челкой и без. И давайте рассмотрим красотку поближе. Такая интересная коробочка, наполовину розовая, наполовину фиолетовая, очень нежная. Она миленькая на личико, она очень милая. Посмотрите, как рука сразу согнулась. Посмотрим, как поворачиваются колени, как у йоги сгибаются. Очень красивый сапожки. Посмотрите, какие у нее шарниры в коленях. Поворотные и еще плюс сгибающиеся. И ступни. Мне очень понравился этот механизм, то есть ее можно сажать. В принципе, йогу мы можем тоже посадить вот за счет ворота вот этих бедренных. Здесь тело, хоть оно и не нагибается, но оно поворачивается. Жалко, вот здесь бы шарнир еще бы вот нагибать. Было бы очень круто. Мне очень-очень понравилось тело этой девочки. Что? Черная пятница? Да это же сегодня! Пора покупать то, что было сложено в желаниях на Алике. Тык-тык! Тык-тык. И да, надо проверить цену. Активирую кэшбэк Leti Shops. У меня их куча тут спрятана, но Leti Shops один из любимых. Он мне подсказывает динамику цен. Leti Shops и про продавца все расскажет. Кстати, это очень полезная штука, ведь часть суммы за товар вам возвращается на счет. Вот в этих магазинах Leti Shops возвращает до 30% стоимости. И уже вчера началась грандиозная распродажа. Ах уж эти скидки! Готовьте свои денежки. Рядом со скидкой вы получите еще одну скидку от Leti Shops до 20%. Я вот уже активно закупаю новогодние подарки. И за вчерашнюю покупку мне вернется 65 рублей. Рекомендую зарегистрироваться на Leti Shops.
установить расширение для браузера. Вот и все, пользуйтесь. А я продолжу покупать хотелочки. А вы переходите по ссылкам в описании. Черная пятница от Letya Shops продлится до 1 декабря. Так что поторопитесь. Я знаю, что вы любите свертки. И здесь, я думаю, вы уже догадались, кто это. Еще одна сладкая парочка. Если честно, я первый раз держу его в руках. И я не знала, что он настолько массивный и такой огромный. Огромнейшие кисти. Он настоящий мужчина. Money Tower и Iris Klopps. Это эксклюзивный набор для выставки Comic-Con Сан-Диего 2014 года. Девочка Iris выпущена на обычном теле, а вот для мальчика Money было специально разработано новое тело. Он значительно крупнее всех ранее выпускавшихся монстра-парней. Это неудивительно, ведь он сын Минотавра. Iris одноглазая, с веснушками, обаятельная 15-летняя дочка Циклопа. Она обладает магической силой и может управлять стихией воды. Любимые ее цвета – бордовый, черный и все оттенки зеленого. Она обожает смотреть на звезды, это ее самое любимое занятие. Куклы продавались только в дни фестиваля на выставке в Сан-Диего. Всего лишь 4 дня. Сам Mattel не продавал этих кукол через интернет-магазины. Так что мне очень повезло. Кстати, как вам перерисовки Iris? Посмотрите, какая она невероятно красивая. Я уже практически раскрыла всю середину, но здесь у меня осталось очень много коробок. Так что давайте смотреть эту половину. Адвент-календарь Hatchimals. И я думаю, что мы его будем открывать в Инстаграм, так что подписывайтесь и смотрите мои сторис. О-о-о! Вот это вот, можно сказать, срамота. Показывать, я думаю, буду видео 18+. Фигурка Купидона 1, фигурка Купидона 2. Оставайтесь вместе со мной. Ну и, конечно, кого я очень хотела, это русалочки. А головы мы будем искать. В коробке спряталась еще одна коробка. Коробка в коробке. Очень интересно. Она запакованная, придется ее разрезать. Кого я нашла? Самая редкая, Ариэль. Знакомьтесь, да, у меня страсть к русалочкам. Ариэль – главная героиня мультфильма «Маленькая русалочка», дочь короля Тритона. Это куколка от компании Тайко. Серия Beautiful Hair. Само тело находится в коробке, а ее голова пересажена на подвижное тело Абитсу. Кстати, я вам обещала поближе показать эти тела. Они супер подвижные. Шарниры есть везде, где возможно. Вот только они очень скрипучие. Кстати, Ариэль должна была быть блондинкой, но художники покрасили ее волосы в красный, так как они лучше контрастируют с цветом хвоста. А вот ее сестричка Ариста и Перл как раз блондинки. Обратите внимание, это первая волна 91 года, она меньше ценится, а вот вторая 92 года, ее все очень любят из-за красивого мейка и звездочек в глазах. Тайко выпустил очень много видов Ариэль, в том числе в бальном платье и в белоснежном свадебном. И, конечно же, был выпущен принц. Куколки действительно очень редкие и ценятся среди коллекционеров. Посмотрите, у нее двойные сережки. Ну, правда, она классная. Очень. Братс Дэнс Крюс. Девочку зовут Джейд, редкая дама. В 2009 году вышла целая серия «Танцевальный состав» Джейд, Кло, Саша и Ясмин. Посмотрите, здесь есть магнитофон, есть колонка, стульчик, сама кукла в очень красивом наряде и дополнительный наряд. Все зашито, пришито, так что я даже не хочу ее распаковывать. Давайте-ка мы лучше ее разыграем. В коробку я вложу персональное обращение и автограф. Условия очень простые и творческие. Сочинить стихотворение про канал «Воплощенные идеи». Записать на видео и добавить к себе в Инстаграм, отметив меня, Embodied Ideas. 15 декабря в своем Инстаграм я подведу итоги. Подробные условия в описании под видео. Я раскрыла не всю посылку, а только половину, чтобы не делать видео очень длинным. Так что через пару дней вас ждет вторая половина посылки. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить это видео. И не забудьте про черную пятницу в Letya Shops. Жесть, да? Пошла, пошла, пошла. Дамочка с замотанным лицом. Посмотрите, какая у них упаковочка. Видите?
Если честно, я не думала, что он такой огромный. Все полезные ссылки будут в описании. Всем пока-пока и до новых встреч через пару дней.